Ну и теперь крем Круджия. Особенности и преимущества. Крем Круджиян для лица и тела. Я сейчас поделюсь опять же с вами и результатами, и своими наработками. Вот то, что я буду рассказывать, это то, что я делала, то, что я рекомендовала, и это мой опыт. И я просто им делюсь, это действительно на самом деле. Потому что я знаю, что многие не знают, да, для чего еще можно использовать Круджиян крем, и что он делает. Но я сразу скажу, что я очень благодарна фирме NSE, которая создала такой прекрасный крем. Аналогов ему нет, просто нет у нас в СНГ. Сейчас я объясню, почему и что он делает. Вот кто-то пишет, картинка ушла, но это, по-видимому, может быть как-то с интернетом связано. Картинка есть, Круджиян крем, напишите, пожалуйста. Есть, спасибо, отлично. Значит, крем для тела Круджиян, для лица и тела, прошу прощения. Формула крема разработана фирмой по новой технологии с использованием специальной липосомальной системы доставки активных компонентов в глубокие слои кожи. Простыми словами, кто не знает, что такое липосомы, это такие маленькие частички, которые внутри содержат активные компоненты, и они доставляют эти компоненты в глубокие слои кожи. Именно их обеспечивает активное всасывание ингредиентов с одновременным пролонгированным действием. Почему это хорошо? Почему пролонгированное действие? Липосома постепенно раскрывается, и не все сразу, а постепенно частями высвобождает вот эти питательные ингредиенты. Естественно, кожа постепенно это усваивает и перерабатывает. Вот здесь как раз использована эта система, это, в принципе, я вам скажу, формула очень дорогая, но очень-очень эффективная. В крем входит экстракт дикого ямса, активным компонентом которого является диэсгенин. Это натуральный предшественник прогестерона. Диэсгенин содержит в составе необходимые компоненты для выработки прогестерона. Одним словом, это сырье для выработки гормонов. Активные вещества диэстрогена не являются гормонами. И поэтому крем не гормональный. Это я сразу отвечаю на вопрос. У меня очень много было вопросов. Говорят, так он же гормональный. Там говорили, пользоваться гормональными кремами нельзя. Сразу вот напишите, запомните. Как только появится такой вопрос, этот крем не гормональный ни в коем случае. Потому что у нас на рынке очень много кремов, которые рекомендуют именно в климактерическом периоде для женщин, и они являются именно гормональными. Наш крем не гормональный, а он содержит именно сырье для выработки гормонов, необходимых в этот период для женщины. То есть это предшественник натуральный прогестерона. И почему так определили? То есть определили, что именно эти компоненты быстрее всасываются через кожу и быстрее, скажем, работают. Поэтому решили создать этот крем. Но это все подробно написано в описании крема. Я не буду повторяться, я только расскажу, что он делает конкретно, для чего его можно применять. То есть, простыми словами, опять же, если сырья для выработки гормонов не хватает, у нас начинаются проблемы, начинает краснеть кожа, начинаются разные вот такие прыжки, скачки давления и все остальное. Вот. Поэтому гормон не вырабатывается. И отсюда начинаются вот эти гормональные нарушения. Когда мы добавляем сырье, у нас есть сырье для выработки, гормоны начинают вырабатываться, естественно, восстанавливаются эти процессы, и особенно процессы в коже. А в этот период процессов в коже нарушается очень-очень много. Так что же делает этот прогестерон? Он регулирует образование энергии и жиров,
влияет на процессы оксигенации тканей, то есть, простыми словами, это повышение количества кислорода в органах и тканях. А если у нас нормальное количество кислорода, то нормально происходят обменные процессы. Понятно, да? Далее. Ну, в данном случае мы говорим о коже. Регулирует уровень глюкозы в крови, влияет на формирование костной и соединительной ткани и на формирование настроения человека, предупреждает сосудистые спазмы, то есть обладает спазмолитическим действием, и нормализует артериальное давление, если эта проблема связана с климаксом. Я повторяю, все это крем может сделать наш крем, но если все эти проблемы связаны с климаксом. И причиной является именно климакс. Регулирует гормональный баланс женского организма. Все это крем способен сделать. Вот, показать предыдущий слайд. Сейчас, хорошо. Вернемся. То есть я вот сейчас, представляете, сколько функций может выполнить этот крем? Ну, это, конечно же, обязательно нужно узнать причину, если это причина, опять же, вот эти все скачки давления и все остальное, это связано с климаксом. Естественно, крем не поможет, если это все связано с какими-то другими причинами. Давайте так, я расскажу, а потом мы вернемся на те слайды, которые вам нужно. Хорошо? Чтобы я не прерывалась. Далее. Во время гормональной перестройки идет интенсивная потеря коллагена и эластина. Я думаю, те, которые столкнулись, те с этим уже согласятся, это на самом деле так. А крем содержит в своем составе витамин С и витамин Е. Это как раз те компоненты, которые необходимы для выработки. Именно те витамины. Далее, алоэ вера гель. Это суперувлажнитель. Я на этих компонентах подробно останавливаться не буду. Я думаю, вы и так о них много знаете. Но опять же, смотрите. То, что меня очень радует. В этот крем собрали именно те необходимые компоненты, которые крайне необходимы в больших количествах именно в этот период. Организму и коже, вы прекрасно знаете, необходимы все витамины, да, допустим, там много других компонентов. Здесь собрано именно то, что необходимо в этот период. Витамин С, это то, что помогает восстанавливать коллаген, вы это знаете при наличии витамина С. Также витамин Е, витамин молодости, он необходим в этот период. Суперувлажнители необходимы в этот период, чтобы добавить именно, потому что кожа сохнет, и здесь нужны большое количество суперувлажнителей. Далее, экстракты ромашки, это то, что снимает раздражение и воспаление. Далее, гинго белога, то, что дает опять же омоложение, да, и кровообращение, то, что необходимо. Экстракт юки, он восстанавливает соединительную ткань кожи и предохраняет от пересыхания. Далее, хвощ является богатым источником кремния. Это то, что я говорила, идет потеря кальция и кремния именно в этот период. Потому что, как я всегда говорю, организм – это единое целое. И наш мозг – это очень умный, точный компьютер. И вот если у нас в организме для каких-то биологически активных процессов, а в данном случае идет процесс климакса, и он проходит, опять же, при помощи, здесь необходим кальций. Обязательно в климактерический период используется организмом очень много кальция. Я думаю, многие сталкивались, теряете, идет выпадение волос, идет выпадение зубов у очень многих. Это нехватка кальция. Так вот, именно организм берет вот этот кальций из своих депо, а депо является кожа, волосы, зубы, ногти. Вот. И направляет их там, где это крайне необходимо на сегодняшний момент. Если негде взять из кожи, из ногтей, берет из костей.
Но этот процесс проходит и будет проходить. Так вот, именно в креме, конечно, необходимо пить кальций в этот период. Это обязательный, скажем, компонент нашего питания для женщин в этот период. Но он и содержится, смотрите, содержится и в креме, источник кремния, для того, чтобы, опять же, было пополнение. То есть все необходимые компоненты именно в этот период. Я вам скажу еще, как я обычно говорю, кстати, крем Пруджиян – это очень удачная позиция и очень удачная находка, и, как вам сказать, ну, удачный, скажем, крем, очень удачный крем выпущен нашей компанией. Я говорю, вот удачная линия, ну, Пруджиян – это один крем, линия не назовешь, но это очень удачная такая, скажем, позиция, очень удачная находка компании Nespin. Крем Пруджиян – это находка для женщин после 40, он поможет убрать, а при необходимости предотвратить пигментацию, опять же, которая появляется на почве климакса. Очень много таких моментов, когда появляется эта пигментация, женщина чувствует себя очень неудобно. С этим поможет справиться, опять же, Пруджиян. Ну, если пигментация очень сильная, то я вам скажу, много уже результатов, есть результаты. Это Пруджиян и натрий, наша натрий. Очень хорошо помогает это убрать. Далее, убрать морщины, сухость кожи, опять же, которые появляются в этот период. Наносить крем нужно на очищенную кожу лица, обязательно кожу вокруг глаз, обязательно убирает морщину. И кожу шеи не забывать, кожу шеи не забывать. Снимает внезапное покраснение кожи и не дает ему появляться в дальнейшем, если женщина этим страдает в климактерический период. Одним словом, смягчает, увлажняет и обладает омолаживающим эффектом. И дает женщине чувствовать себя женщиной на все 100. Это делает крем Пруджиян. Вот Наталья задала вопрос, после прекращения месячных можно применять? Да, конечно, можно. И нужно, я вам скажу, причем в большем количестве, потому что вы будете держать свою кожу в тонусе. Кожа, не дадите коже увядать. Какое время суток крем нужно наносить? На лицо его нужно наносить на ночь. Я рекомендую на ночь. Да, Наталья, правильно, и вовнутрь применять либо дикий яр совместно. Вот здесь я вам хочу сказать, желательно, конечно, обратиться к врачам, чтобы вы... Это если сильно необходимо, в принципе, я бы рекомендовала чередовать. Месяц пьете Киякс или же Сиекс, или же, что у нас, господи, ну, то, что у нас вырабатывает, Эвсисдон-2. Вот, что-то из этих, месяц пользуйтесь кремом. Желательно чередовать. Если уже сильно такая серьезная проблема и сильно запущен этот процесс, тогда, ну, желательно, конечно, пообщаться с врачом, и пусть он порекомендует. То ли через день, то ли там одну таблетку в день или одну таблетку в 2 дня пьете, пользуетесь кремом. Это уже нужно регулировать. Здесь обязательно с врачом. Вообще рекомендую, месяц пьете добавку, месяц пользуетесь кремом. Кстати, если есть месячные, во время месячных кремом пользоваться нежелательно. То есть этот период нужно пропускать. Далее, пышная грудь. Так вот, наш крем Пруджиян. Можно использовать для того, чтобы восстановить пышность груди. На очищенную кожу тела, груди, нужно наносить крем Пруджиян круговыми массажными движениями. Также не забывать в область декольте. Очень хорошо убирает мелкие морщинки в области декольте. Я знаю, эта проблема у многих женщин.
у многих женщин. И очень многие ходят, допустим, в космический кабинет и делают мезотерапию. Мезотерапия – это укол витаминов непосредственно в кожу. Ну, я отношусь к этому, вы знаете, наверное, как отрицательно, потому что это впоследствии очень портит кожу, вид кожи, вам придется это ходить и делать постоянно. Так вот, это практически наш крем Пауджиям заменяет процессу мезотерапии в области ЗПГ. Это личный опыт. Всем, кому я рекомендовала, все поменяли мезотерапию на Пауджиям. Так вот, восстанавливает железистую ткань груди. Часто бывает, в этот период железистая ткань груди превращается в жировую. И грудь уже не похожа на грудь, а похожа на очередную, скажем, жировую складку. Поэтому наш крем, он восстанавливает и делает процесс обратным. Помните, я говорила, энергия превращает жиры в энергию. То есть, а здесь как раз превращает, включает, правильно сказать, включает обратный процесс, то есть жировую ткань превращает обратно в железистую. То есть, но речь идет о естественном восстановлении. Результат будет естественным, без насилия на природу. Но носить лучше на ночь. Это вот ответ на вопрос, грудь вырастет или нет. Грудь станет такой, какая была у вас в молодости. Без насилия над природой. Она станет упругой и пышной. Естественно, кожа будет молодой и без морщинок. Во сколько лет можно пользоваться? Ну, желательно, конечно, рекомендую пользоваться тем, у кого есть гормональные нарушения. Потому что у тех, скажем, кто увидел или заметил, что, допустим, грудь была пышной, потом она как-то... Это в основном бывает после рода, после кормления грудью. Грудь обвисает. Вот когда это произошло, вот тогда можно начинать пользоваться, чтобы грудь восстановилась. Но, естественно, не для того, что, то есть, не для того, без насилия на природу. Вот одним словом все сказано, для того, чтобы, скажем, из первого размера груди третья не вырастет и не станет. Поэтому, естественно, вот восстановить грудь, естественно, сделать ее пышной, упругой, чтобы была кожа, чтобы можно было одеть красивое платье с глубоким декольте, восстановить это можно. И это уже много результата, рекомендую. Я даже рекомендую, бывает такое, вот, и обращаются ко мне, там, пользовалась, было классно, прошел год-два, ну, видно, гормоны-то все равно, да, нарушаются эти гормональные процессы. И снова грудь стала такая же. Купили, попользовались, все, восстановили грудь. Поэтому, кто хочет восстановить и вернуть свои пышные формы или прежнюю малую грудь, крем Пауджиям сможет вам помочь в этом. Пользоваться на ночь, на очищенную кожу, после душа, обязательно массажными движениями. Ну и опять же, я повторяю, во время месячных пользоваться нельзя. Вот, кстати, очень хороший вопрос, как часто наносить крем на грудь. Использовать, вот там, кстати, на баночке написано, использовать не более одного тюбика в месяц. Естественно, учитывается площадь используемого крема, именно площадь, потому что его можно использовать и за неделю. Так вот, за неделю использовали, сделали перерыв. Не более одного тюбика в месяц. Далее, что можно еще делать с этим кремом? Что дает еще крем? Крем нормализует метаболические нарушения, связанные с возрастными изменениями. Это ожирение, диабет. Помните, я говорила, нормализует уровень сахара в крови. Деструктивные изменения соединительной ткани. То есть вот как на картинке. Если у нас появился животик, появились вот такие обвисшие бока, крем поможет с этим справиться. Его, кстати, можно рекомендовать и использовать в программе похудения. Я это делала и делаю, я его рекомендую
очень хорошие результаты, особенно у тех, у кого висит животик. Конечно, к этому висящему животику обязательно физические упражнения. Ну и там обычно, вот, если животик жировой, жир, да, висит, крем Проджиям очень хорошо с этим справляется. Поэтому можно рекомендовать использовать в программе похудения. Наносить, опять же, на очищенную кожу, кожу в области живота, бедер, и места на теле, где много жира, где обвисают вот такие вот есть обвисания жира. Я смотрю, идут вопросы по груди. Давайте, наверное, отвечу. Да, Наталья, это действительно исключительно женский продукт. Мы сейчас говорим о женщинах. Часто, да, я ответила, не более одного тюбика в месяц. Чередовать кремы капсулы через день, вот Крупина, не знаю, как вас зовут, это посоветуйтесь с кем-нибудь из врачей, я не знаю ваше состояние. Я бы рекомендовала месяц крем, месяц капсулу. Это такой самый оптимальный вариант. Либо можете через день, день крем, день капсулу. Это оптимальный вариант. Вот на обе груди, конечно же, на обе груди по очереди. То есть, нет, ну как, не по очереди. Вот сегодня, допустим, вы наносите его на ночь, сначала сделали массаж одной груди, потом второй. Конечно, на обе. Массажир втерли в одну грудь, потом вторую. Конечно, на обе. Далее, дряблые руки. Представляете, и с этим тоже нам может помочь справиться наш крем. Эта проблема появляется у женщин, опять же, в климактерическом периоде в основном. Ее можно предотвратить, это заниматься спортом. Ну, как заниматься спортом? Качать руки, да? Вот. Или держать уровень гормона в норме. Качественно питаться, это глюкозамин, хондроитин. Но если уже появилось, то можно это все убрать. На внутреннюю поверхность рук, вот там, где девочка держит, на вот эту вот поверхность. Наносим крем Проджиям на ночь. Но вот здесь я вам подскажу, это опять же из личного опыта, перед этим желательно очистить кожу скрабом. Скраб увеличивает, улучшает кровообращение. Вот в этом варианте лучше, конечно же, улучшить кровообращение здесь. Для груди не совсем там достаточно будет, скажем, попользоваться гелем для душа. А вот здесь лучше перед каждым использованием сначала очистить кожу и поработать скрабом. А затем наносить крем, опять же на ночь. И поверьте мне, все это уходит и очень хорошо. Ну и, конечно, покачать немного руки, сделать физические упражнения. Вот Оксана спрашивает, крем, опять же, про грудь, дает объем груди. Крем дает объем, ну как сказать, он возвращает грудь в ваши прежние объемы. И это касается тех, у кого, скажем, после кормления грудью, после рода, после кормления грудью, грудь обвисла, либо человек там переболел. Особенно это, опять же, бывает климактерический период. Грудь обвисает, становится дряблой, обвисшей. И для того, чтобы восстановить прежние формы, как молодости, крем поможет с этим справиться. Но больше объем, чем у вас было в природе, он не даст. Потому что он натуральный, и мы не делаем усилия над природой. Наша косметика этого не делает. То же самое можно сделать и для бедер. Очистить скрабом и на дряблые места наносить крем Проджиям, там весь жир. Ну и, конечно, к этому желательно добавить, пропить антицеллюлитную формулу. Результат тоже будет очень хорошим. Красота, здоровье и молодость – это результат качественного ухода за лицом и телом. Ну и, конечно же, качественного питания. Поэтому, если мы с вами будем качественно ухаживать и правильно ухаживать за нашим лицом и телом, то мы можем сохранить красоту и молодость надолго, как можно дольше.